Всем доброе утро, у нас сегодня суббота, я не знаю, 17 число, наверное. Что такое зайчик? Сейчас приду. Вот, мы с Давидом дома, муж, как обычно, на работе. Я тут сижу среди своих красивых цветов. У меня и такие розы, и тюльпаны, никак не нарадуюсь. В общем, в четверг же у меня был день рождения, но я немножко снимала. Вам вставлю, именно целый влог не снимала в этот день, когда вообще было некогда, ко мне и подруга приезжала, и родственники приходили с утра и вечером. И на следующий день, вот вчера, на следующий день вчера тоже приходили родственники. Давид, ну что там такое? Вот не может ни секундочки без меня посидеть. Вот, так что, что мы будем делать на выходных, еще не знаю. Ну, мне сегодня, у меня домашнее задание, мне надо сделать еще урок прослушать один. В общем, возможно, так как муж на работе, отведу потом в обед Давида к бабушке. Моя мама тоже по субботам работает до обеда, поэтому часа в 2-3, может быть. Отведу его, пока он там поиграется, я как бы сяду, позанимаюсь, сделаю домашнее задание. И сейчас, как обещала, вставлю вам отрезочек видео, которое я снимала себе на день рождения. Я даже не знаю, честно, не помню, на сколько там минут вышло. В общем, возвращаемся на 2 дня назад и смотрим, как прошел мой день рождения. Ура! Похлопай, папе, Давид.
У нас уже утро следующего дня, воскресенье, уже все проснулись. Я уже поставила варить супчик на обед, сейчас буду делать омлет нам на завтрак. Вот вчера Давид побыл у бабушки, не знаю, до 8, наверное. Потом мы его забрали, пришли домой, попили чай и легли все спать. Поэтому особо так ничего интересного не было, чтобы поснимать. Вот. Сейчас мы позавтракаем и пойдем, наверное, в магазин. Мне посмотрим спортивный костюм Давиду. Тоже спортивные штаны надо. И, в принципе, на уличку вообще так-так солнечно. У нас, не знаю, какая там погода, сколько градусов, но он сразу все видно, заляпанные окна, никак у меня руки не дойдут их помыть. Вот. Может быть, еще на велосипеде, потому что Давид видит велосипед на балконе и всегда просит на нем покататься. Так что, может, сейчас еще на велосипеде выйдем, покатаемся с Давидом. Вот. А так нужно идти в магазин. Еще мне сегодня нужно делать мое домашнее задание. Теперь мне особо и некогда и монтировать видео. Если заметили, редко сейчас выходит. Я там уже 5 дней, кажется, не выставляла. Потому что все время занято мне моими домашними заданиями, просмотра уроков. Вот, надо еще сегодня видео будет смонтировать и выставить. Так что такие планы на выходные. Делитесь, как вы проходят ваши выходные. Уже потеплело, может быть, вы куда-то ездите на природу. Но мы вот еще ни разу никуда не выезжали, ни шашлыки не жарили, ничего такого. Хотя бы уже покататься на велосипеде, пока у нашего папы выходной, я надеюсь, сегодня будет. Everything that brought me alive. Oh, we're all like monsters, playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi. Помощник мой. Да, ну подымай, что там упало. Мама тебя снимает, какой ты молодец, давай. Мама. Мамин носок, да, ложила. Доставай, да, вот так вот покрути, там остались вещи? Да, остались, там что-то падает. Доставай, хорошо. Давай, поднимай. Тяжело? Пошли вылазить. Давай. Да, мама тебе поможет сейчас. Ты, да, пошли. Это он сказал пока машинке. Поднимай ножки тут. Давай. Давай, да, тяжелая, не знаю, тяжелая, всегда вот так носит, мне помогает. Ты мой помощник.